С вами Дмитрий Зиновьев. Я представляю вам курс моделирования SolidWorks «Полное руководство». Система автоматизированного проектирования SolidWorks занимает лидирующие позиции на рынке твердотельных САПР. Сам SolidWorks пришел к нам из промышленности в конце 20 века и не нуждается в дополнительном представлении. На данный момент практически нет задач инженерного, конструкторского либо изобретательского характера, с которыми бы не справился SolidWorks. Создание деталей, сборок, расчеты, визуализация работы механизмов, создание привлекательных изображений и анимаций, работа с трубопроводами, с листовым металлом, с литейными и пресс-формами, работа с системами электрики, гидравлики и пневматики. SolidWorks воистину уникальный программный комплекс. Курс моделирования в SolidWorks «Полное руководство» охватывает все реальные живые аспекты использования программы. Просто, понятно и на реальных примерах. Курс – это своеобразная энциклопедия с упором на практику. Студенты, начинающие специалисты либо энтузиасты увидят в курсе пошаговое руководство для профессионального освоения программы. Инженеры-конструкторы с помощью видеокурса и приложенных файлов заново откроют для себя SolidWorks. И всегда приятно посмотреть со стороны за использованием повседневного инструмента. Руководители отделов и конструкторских бюро увидят в курсе действительно исчерпывающее руководство и смогут снять с себя повседневные задачи по обучению своих сотрудников. Малые предприятия благодаря курсу получат точки контроля при работе с внештатными конструкторами. Программа курса и открытые уроки дают большее представление о курсе, чем мои тысячи слов. Поэтому смотрите, знакомьтесь, читайте. До встречи на занятиях курсом.